«Мамочка, а ангелы летают?» «Да, доченька, летают. А наш папа назвал соседку ангелом. Когда она полетит?» «Минут через 10». На уроке парень правильно отвечал на все вопросы учителя. Его одноклассница говорит: «Он чмо и ботаник». Учитель: «Не говори так. Возможно, лет через 5 он будет твоим работодателем». Парень: «Нет, не буду. Я не планирую быть сутенером». Девушка пришла к доктору. «Доктор, у меня голова болит». «Да я, собственно, ни на что не претендую». Девушка подошла к батюшке. «Святой отец, я согрешила». «Ну, согрешила и согрешила. Что ходишь, всем рассказываешь». Жена мужу: «Где зарплата?» «Украли». «У какой еще крали?» Девушка-дылда пришла за помощью к ведьме, чтобы та сделала приворот. «Хочу, чтобы все мужики меня хотели». Ведьма смотрит, что девушка здоровенная, лысая, да еще и без зубов, и говорит ей: «Может, ну его, этот приворот, давай лучше я пристрою тебя поварихой на мужской зоне».